Помидоры, которые никто не съел. Очередная партия продуктов, запрещенных к ввозу на территорию России, была изъята специалистами Россельхознадзора в середине октября. Томаты, родом из Украины, поступили для реализации к одному из крупных ивановских торговцев. Но до покупателя так и не дошли. Более 200 килограммов санкционки уничтожили на полигоне ТБО. А всего с начала года раздавлено бульдозером более 6,5 тысяч тонн фруктов и овощей. Правда, турецкие мандарины, видимо, на новогодних столах россиян все же будут. Вынесено постановление от 9 октября этого года, номер 1020, о том, что из перечня запрещенной к ввозу продукции с Республики Турция были исключены некоторые позиции, такие как цитрусовые, абрикосы, нектарины, слива, терн. И постановление вступает в силу с 20 октября. С этого момента эта продукция разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации.